Илья, сегодня вам противостояла одна из самых мощнейших линий нападения КХЛ во главе с Ильей Ковальчуком. Насколько тяжело было отбивать атаки СКА? Ну, так тяжело игра получилась, но партнеры здорово помогали сегодня. В первом периоде мало очень мазков было, легко вошел в игру. Так, в целом, игроки, защитники и нападающие очень сильно помогали сегодня. В первом периоде показалось, что голевые моменты возникали только у ворот СКА, и у вас лично работы в первом периоде было не так много. Согласны? Ну, так на самом деле и было. Я говорю, у нас команда здорово с самого начала начала играть. Ну, так, СКА вначале вообще ничего не могли сделать. Сейчас, наверное, многих наших болельщиков будет интересовать вопрос, насколько вам тяжело было играть именно против Ильи Ковальчука. Что можете ответить на это? Ну, конечно, это высококлассный и нападающий. Всегда не тяжело, приятно было играть против таких игроков. Как бы не чувствуешь ни страха, ничего, просто выходишь и играешь в настроении, в удовольствии.